Привет, друзья, с вами Инна, и это видео хайлайтов с поездки в Альбукерке, Нью-Мехико, White Sands National Monument. Значит, я хочу вам сказать сразу, что это невероятная красота, которую видите перед своими глазами, была вообще не запланирована. То есть перед самой поездкой мы узнали, что на момент нашего пребывания в Альбукерке будет проводиться некий Friends and Lovers Balloon Rally. Мы так посомневались, подумали, что там, наверное, будут три каких-то шара, но решили, раз уж мы здесь, на всякий случай поедем и проверим, хотя пришлось встать до рассвета, сами понимаете, так себе удовольствие, но реальность превзошла все мои ожидания. Конечно же, я видела до этого воздушные шары. Конечно же, я знаю, как их надувают, как они улетают, но чтобы они взлетали в таком количестве, это было в первый раз, и это незабываемое впечатление. И я хочу сказать сразу, что это не самый крупный подобного рода фестиваль, самый крупный, один из самых крупных в стране и самый крупный в Альбукерке, проводится в октябре, и поэтому всем тем, кто живет недалеко от Нью-Мехико, я настоятельно рекомендую, особенно тем, у кого есть детки, поехать и посмотреть на эту красоту. Далее в этот день мы арендовали наш Subaru Outback и поехали в 4-часовую поездку до, собственно, White Sands, который представляет из себя такую очень большую долину, окруженную горами, в которую стекает с этих гор песок, минералы, соль. И так как у этой долины очень интересное строение, в которой на самом ее дне находится большой слой глины, а глина, как мы знаем, не пропускает воду, то вот вода, смешанная с этим песком и солью, образует такую очень интересную текстуру, и это очень интересно и очень легко видеть, где вода близка к поверхности, и там растут растения, где вода далеко от поверхности, и там в принципе ничего нет. Это потрясающий красоты пейзаж, особенно всем тем, кто никогда не был в пустыне, будет особенно интересно посмотреть на такие места. Конечно же, здесь экстремальные температуры, в зависимости от времени года, вам обязательно нужно брать с собой воды, обязательно нужно брать с собой удобную одежду. В один и тот же день может быть экстремально жарко и экстремально холодно. Вам нужно брать обязательно с собой санскрин, то есть солнцезащитный крем, который рекомендуется наносить не только на лицо, но и на область шеи и груди, потому что весь этот белый песок очень сильно отражает ультрафиолетовые лучи, направляет их на вас как бы снизу, и поэтому вы быстро сгораете по всей поверхности вашего тела. Поэтому мазаться обязательно, брать с собой головной убор обязательно, брать с собой сигнальное зеркальце обязательно на случай, если вы заблудились, потому что связи там нет. Далее вы выбираете себе трейл, будем говорить по-нашему тропу, то есть там обозначены красными колышками тропы, по которым вы можете гулять самостоятельно с семьей, с собакой. И вы выбираете себе протяженность на полчаса, на час, два, три. До бесконечности и пускаетесь в путь. И в том числе вы можете посмотреть на закат с гайдом, то есть пойти на бесплатную экскурсию, где вам будут рассказывать про это место и где вы будете встречать потрясающей красоты закат. В общем-то, всем тем, у кого есть возможность побывать в этом месте, я вам рекомендую побывать в этом месте и испытать единство с природой, испытать тишину, ветер и потрясающий пейзаж. С вами, дорогие мои зрители, мы увидимся в следующих видео. Я надеюсь, вам было интересно. А пока что пока!